Вот меня не раз спрашивали, почему не оказываете ни обед, ни ужин? Потому что я один нахожусь здесь. А сейчас мы с дома, с Владимиром. Мы что, поели? Я знаю, что в обед этого не будет. Во-первых, суп, он остается. Какой он суп? Открой-ка кастрюльку, Елена. Вот еще он там, скажи там. Картошка, макароны. Все, картошка, макароны. Так, дальше что у нас тут есть, что будет? Мне сестра Татьяна приготовила, как сказать, поддержку сердца, она считает, что нужно. Это мелко-мелко раздробленный лимон и мед. Она так объяснила. Вот она. Надо до обеда, ну все забываю здесь. Начищенный лук и чеснок. Чесноковка рядом лежит. Дальше виноград. Виноград это в обед. Вот я буду один, поэтому заранее обед покажу, из чего состоит. Дальше это на... Далее. Облепиха. Свежемороженая, вкусная, приятная. А это калина. Калина сахаром засыпана. Я сам набирал здесь. Осенью много времени провел. Ну вот и показали, что больше-то ничего такого и нету. Ну все это, видишь, какое оно, целительное. Это сухари. Сухари размачиваю я, у меня там кружки, видать, где-то. Вот, сейчас растительное масло разрешается сегодня, вторник. Я не знаю, сегодня 22-е, наверное, уже декабря. Нет. Это, нет? 21-е. 21-е, ну вот, 21-е. Это самый короткий день в году. А уже 27-го, говорит, на воробьиный шажок добавится. Что интересно, при царе Иване Грозном было, вот сегодня там какой-то у него там должность такая была, астроном, звездочет. И он приходил и говорил там, как царское величество или как... День прибавляться начинает-то. Сразу выдать ему чарку вина и там сколько-то рублей денег. А когда день 22-го начинает убавляться, 27-го, там, июня, ему дать одну плеть, один раз ее дернуть там, ну и на один день посадить в каталажку. Как будто от него что-то зависело. Вот все. Нет, это все естественное, больше ничего нету. А чай вот заваренный, корень солодки. Корень солодки. Вот Владимир иногда заправляет, тут вот, липовый лист, ну, зеленый, который был. Больше у нас тут ничего такого и нету. Вот издалека как наш стол выйдет. А это, что остается, обсасываешь калину. Она такая твердая, не нужен. А это легко она дается. А эту целиком проглатываешь. Ну и маленькие зернышки у винограда. Вот показываем виноград. Виноград хороший, конечно. Добавляю, что не потому, что там мы такие просим счет, а просто знают люди. Вот говорят, а вы привыкли на дармовщинку. Ну как? У сестры бы их разломала ограду, там дверей нету, двери сломала. Ребята идут, и туда тащит и столб, и вся она покормила дармовой. Какой дармовой? Они сделали это намного дороже, это стоит, чем... А мы даже не обедали там. Ну, она принесла там, что у нее, смородина или что. Сестра-то добрая. Которые не знают, у вас там такая... Так это не в деревне, а в лагере мы. В лагере, когда все разъехались. И не зная ничего этого, судят сознанием, ругаются. Где-то там на пруду принесли нам обед, бульдозер работает. И босиком сидим. Ну и комар сел, я согнал, там ногу поцарапал. Вот ногу поцарапал, и всячески обзывают. Но у них еще больше нет. Потом я узнал, им платят деньги за то, что они меня поносят. Один говорит, что я в Таиланде, там, пятизвездном... Пятизвездной гостинице или где-то там живет. Вот такое дело. Значит, на нас деньги зарабатывают. И притом немалые. Вот сегодня у нас приятный был после моления утреннего, тут, как бы сказать, урок. Я рассказал, что означает то другое в стихотворениях моих. Я не знаю, у тебя часы идут правильно сейчас? Нет. Неправильно. Ну, значит, неправильно. А это ведра купили. У нас теперь хорошо ведра есть. Это вот будет тыква. Как печку затопим. Сегодня не топим. Тепло. На улице там градусов 5, может быть, морозу. Ну, может, 7. Вот так. Вот как будто у нас тут беспорядок. Ну, и правда тут. Порядка-то много нету. Ну, а больше куда? Одна кровать. Это дальше вторые нары. Нары, не нары назову, а палати. И третья. Все везде разбросано. Люди приходят, валенки. Там у меня черная спит. Черная? Черная? Вот заснула как. Черная? Чернушка, подними голову. Ну, что ты такая? Прямо скажи, ты заспалась. Ну, а я еще
О, глазенки какие у ней. Я еще не показал, что у меня всегда есть за обедом. По малой порции беру. Это мед прямо с пасеки. Лекарственный. Шерстобитов. Лучший мед. Я был в Грузии. У отца Наума сын пчеловодом работает. И тоже говорил, алтайский мед очень ценится. Ну, связано с землей, наверное. Я всегда считаю Грузию благословенной страной. Все там есть. Но они считают наш мед на счету. Ну, и не так и дорого. Вот трехлитровая банка. Трехлитровая. Там килограмма 4. 1200. Ну, 1200 рублей. Вот я попутно все, что мог, показал. Кроме того, тут есть освященная вода. До последнего почти все время хранилось. Березовый сок можно заказать, у батюшки привезут. Простая еда. Кроме того, я вчера даже это сделал. Вот, семечки тыквенные. Мой маленький не мешает зернышки вытащить. Они поесть. В магазине очищены, стоят около 500 рублей. Ого, ничего себе. А я ножиком каждую расщипливаю. А она, если у тебя есть какие-то там, ну, что-то в животе ненужное, ну, ненужное, там всякие насекомые, как называют, глисты, или что, она все убивает. От нее такая польза. От тыквы, я про тыкву говорю. Ну и все. Сейчас будем молиться из-за стола. Попутно показать. Столько интересно. Везде у меня вот эта картина. Номер один во всем мире. Сикстинская Мадонна. Папа Сикст. Папа Сикст. Католики. Католик рисовал. Как он нарисовал его, смотри. С бородой. Католики были с бородой. Это великомученица Варвара. А это вот выносит и... Это я прочитал про то вот... Мужчина орала. Бучетич такой был. Как их назвать, архитектор или и прочее. Сделали замещение. Одно в этой картине, только одно. Глаза и Христа, это не глаза ребенка. Ответ был, он Бог. И поэтому взгляд у него такой мудрый. Это Преснодева Мария. Когда она родила его, ей было неполных 15 лет. Так, ну и все. Во славу Божию.